Мы находимся на реке Осуга, Тверской области, Кувшиновского района, сельское поселение Примухино, район деревни Богданово. И наблюдаем сейчас на реке замор рыбы. Вода приобрела какой-то неестественный коричневый цвет. Вот, рыба, задыхаясь, вылезает даже на берег. Немножечко мы тут их демонстрируем вам, что получается. Деятельность каких-то предприятий вверх по течению прижилась ее воздействие на экологию нашей речки. Сейчас на этом данном участке будут взяты пробы рыбы, воды для предоставления соответствующей инстанции для принятия мер. Привязка на месте по поводу домов. Вот, пожалуйста, это деревня Богданово. Идут результаты деятельности человеческой. Вода очень коричневая, очень мутная. Рыба сейчас плыла наверх, дышать ей нечем. Вот видно малек. Происходит замор сейчас мелкой рыбы, которая вот пытается выжить. Ну вот, как вы видите, всплывая наверх, пытается схватить воздух. Ну, результат будет такой же, который постиг и, я так понимаю, уже взрослую рыбу. Вот на данный момент мы наблюдаем еще живую рыбу. Щуренок стоит, никак не реагируя на наше появление здесь. Вот он, пожалуйста, крупным планом, еле дышащая рыба. А это вокруг него какая-то муть с какими-то непонятными полосами. Вот. Вот рыба. Никак не реагирующая на наше приближение, еле дышащая. Даже страшно в воду заходить. Боишься, что кожа с ног слезет. Ну, пройдя дальше, обнаружим. Вот также это заводинка в деревне Богданово. Вот обнаружим здесь мертвую рыбу. Вот, пожалуйста. Вот еще там. Мелкая рыбка, которая пытается спастись. Вот. Вот так. Губит экологию. Вот они. Достойные экземпляры, которые были бы для рыбака настоящим по счастью. Здесь вот какая-то масса. Какой-то неестественный запах у реки. Все это повсеместно по всей реке. Единственное, здесь почему-то такой большой очаг скопления мертвой рыбы.
Ой. Отличить люди своей деятельностью.